Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере», и я ее ведущий, отец Назарий. На прошлой неделе у нас начался Великий пост, в связи с чем у людей иногда возникают вопросы, а что можно делать в этот пост, а чего делать не стоит? Казалось бы, ответ очевиден. Нельзя есть скоромную пищу – мясо, яйца, молоко, сыр. А можно есть пищу постную, пищу растительного происхождения. Но дело в том, что пост – это не отказ от пищи. Пост – это, в первую очередь, внутреннее, глубокое делание духовное. И вот об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь иконы Божией Матери Знамения, села Черноречия, иереем Павлом Сазиковым. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, отец Назарий, здравствуйте, дорогие друзья. Прекрасная тема для беседы. Вот вы, батюшка, сказали, что пост – это такая глубокая внутренняя работа, духовная, да? Но что интересно, эта работа заключается во вполне себе телесных вещах. То есть, казалось бы, внутреннее, наше духовное, но зависит от телесных трудов. Каких именно? И вот знаете, ну, не секрет, что вы мне эти вопросы озвучили до эфира, да, и не секрет, что я к ним, конечно же, готовился, да, и когда вот этот вот прозвучал этот вопрос про Великий пост, что же такое Великий пост, почему он великий и так далее, и я почувствовал некую обескураженность. То есть, с одной стороны, вроде бы все известно, вроде бы все понятно, что такое пост, да, а с другой стороны, ну, есть же какие-то и другие слои вот этого, другие смыслы вот этого делания. С чего я начал? Мне было очень интересно понять вообще, что такое пост. Ну, не секрет для наших телезрителей, что пост, конечно же, не изобретение русской православной церкви, да, он существовал еще в Ветхом Завете, но, правда, посты тогда были однодневные, да, или максимум на 3 дня, как мы знаем, наложили на себя пост жители Ниневии, да, чтобы Господь не поразил их за их грехи. Многодневных постов не было, причем пост ветхозаветный подразумевал полный отказ от пищи. Полный отказ от пищи, а иногда и от воды. Они не видены, даже своих домашних животных не кормили и не поили, не ухаживали за ними. Вот такой был пост. Сегодняшний пост немножко другой. Почему это произошло? Дело в том, что вот этот вот пост ветхозаветный, он вообще был, ну, сосредоточен для чего-то. То есть не бывало просто такое самоистязание и все. Смысл поста какой был в Ветхом Завете? Оплакать свои грехи, например, выпросить что-то у Бога, какой-то милости, да, и так далее. Но не было такого, чтобы просто вот так вот соблюдать какие-то предписания. То есть была цель, конкретная, четкая цель. И далее, если рассуждать о посте, вот когда этот пост начал вырождаться в Ветхом Завете, терял свои духовные цели, то через пророка Исаию было людям напоминание, что очнитесь, опомнитесь, пост – это не то, что вы делаете. Вот вы поститесь, а Господь не замечает, да? Вы, говорит, молитесь, а Господь вас не слышит. Почему? А потому что пост, угодный Богу, он совсем другой. Он не в том, чтобы не есть, не пить, он в том, чтобы делать добрые дела. Накормить голодного, простить долги, отпустить рабов на свободу. Вот какой пост, угодный Богу. То есть пост, который мы можем, ну, как сказать, пост, состоящих из добрых дел. То есть вполне себе нормальное делание телесное, когда мы делаем, да, что-то для ближнего, и это пост, угодный Богу. Но, опять же, мы же, ну, прекрасно с вами понимаем, что когда мы делаем какие-то дела для ближних, то мы должны руководствоваться любовью. Иначе это будет опять какое-то, ну, изображение, да? Изображение чего-то правильного. Это уже лучше, чем просто соблюдать какие-то непонятные там правила диетические и прочее, да? Вот, это уже лучше, но это еще не совсем то. Так вот, пост в своем развитии приобрел совершенно уже другую цель. Цель – это не просто загладить какие-то грехи каким-то полумагическим, не знаю, образом. Нет. Пост, вот мне нравится подход
преподобного Авы Дорофея в этом плане. Вот он говорит так, что душа сама по себе, она смириться не может. Но душа связана с телом. И если, говорит, тело смирять, то вслед за телом будет смиряться и душа. А что такое смирение? Смирение – это, ну, преподобный Иоанн Лествичник, да? Смирение – это некое тонкое чувство, но это ощущение, да? А проявляется-то оно как? Как у отцов. Вот, к сожалению, я не помню сейчас у кого, но я это четко встретил, что смирение равно любовь. Цель поставь. Ну, цель вообще жизни христианской, правда? И не просто какая-то любовь, я люблю, лежу на диване и люблю. Не знаю, каких-то, ну, условных негров, зулусов в Африке, о которых я знать не знаю, да? Нет. Речь о другой любви. О той, о которой говорил Господь, да, возлюби ближнего, как себя. И о чем, опять же, хочется здесь сказать про любовь-то? Какая она любовь? Она должна быть деятельной. Вот даже эта фраза, которую называют золотым правилом, да, по-моему, в светском обществе, она, ну, я много раз слышал ее в таком отображении. Не делай другому того, что не хочешь самого себе. Может быть, я вас обескуражу, дорогие наши телезрители, но Христос этого не говорил. Он говорил ровно противоположное. Делай другому то, поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Коренное отличие, коренейшее. То есть не просто лежи на диване и люби какой-то непонятной любовью, а делай дела любви, проявляй эту любовь. Вот, вот это вот и есть то самое. То есть приобрести, да, с помощью, не обязательно поста. Ну, я не имею в виду сегодняшнее... Да, сегодняшний аж пост великий, я имею в виду вообще жизнь. То есть немножко утесни свое тело, как какой-то подвиг ему, да, придумай. Святые отцы нам оставили много примеров, как они подвязались телесно. Придумай такой какой-то подвиг, который немножечко смирит, да, твое тело, вслед за этим смирится душа, за смирением придет благодать, которая проявляется как любовь, мир, долготерпение, благость, вера и прочее, как у апостола Павла сказано. Вот. И вот тогда, при исполненной любови, ты будешь делать не просто добрые дела, а дела любви. То есть цель поста, получается, стяжание любви христианской? Стяжание Духа Святого. Стяжание Духа Святого. А плод Духа Святого уже любовь. Хорошо. Но вот на этом пути, получается, к стяжанию Духа Святаго, в делании поста, мы все-таки смиряем свою плоть. Но опять же, самое первое, что, скажем так, то, что выходит на первый план, это отказ от пищи, который помогает нам смирить свою плоть. Вот вы, батюшка, сказали про Ветхий Завет. Мы и в Новом Завете знаем, что и сам Христос 40 дней постился в пустыне. И опять же, мы читаем наставление Христа, где он обличает как раз-таки лицемерное соблюдение поста фарисеями на показ, чтобы люди видели. Но при этом он говорит, что нет, но ты постись так, умой свое лицо, явись постящимися не перед людьми, а перед Богом. То есть Господь, опять же, вот в Евангелии нам напоминает о том, что все-таки пост важен для человека, но важно и то, как мы этот пост исполняем. И вот здесь тогда возникает вопрос. Хорошо, вот с пищей здесь вроде бы более-менее все более понятно. Менее, да. А что касается других аспектов поста, например, там, если пост – это время покаяния, время трудов духовных, время работы над собой, вот такое усиленное. Понятное дело, мы всегда, как христиане, работаем над тем, чтобы достичь вот Царства Небесного, стяжать Дух Святой. Но вот пост – это такое время усиленных трудов. Что еще христианину нельзя, например, делать в пост? То есть вот знаете, как говорят, там, вот Великий пост, все, нельзя слушать музыку, там нельзя танцевать, нельзя смотреть телевизор, там сидеть в интернете. Вот как это все совмещается вот с нашим христианским пониманием и с тем, что наша главная цель – стяжание Духа Святаго, вот с тем, что, ну, от какого-то досуга нужно отказаться. Или это не так, или все-таки можно как-то себя развлекать во время поста, и это тебе никак не навредит. Ну, знаете, опять же, цель, да? Мы пляшем от печки. Опять же, цель. Цель – стяжания Духа Святого. Вот давайте простейший, совершенно простейший пример.
Ну, что-то случилось у человека в жизни, опять же, смотря у кого, монах и мирянин – это вещи совершенно разные, да? Люди совершенно разные, два разных жизненных пути, соответственно, там разные могут быть приемы. Ну, я говорю о мирянине, да, потому что я сам мирянин, и, соответственно, да. Так вот, что-то случилось, какое-то событие, которое выбило его из колеи. И вот он в такой печали, в плохом настроении, какое-то даже раздражение, может быть, может, даже озлобленности, идет домой. И вот вопрос. Например, его всегда успокаивала какая-то хорошая музыка. У него есть какие-то любимые группы там и прочее. Вопрос. Может ли он во время поста воткнуть в уши наушник и пока едет в метро, таки послушать свою любимую группу и как-то немножечко подобреть и успокоиться? Или он должен принести весь этот негатив домой, и потом что? Что потом? Излить его на окружающих домашних или что? Вопрос, правда? Вот. Поэтому если ты думаешь все-таки о стяжании Духа Святого, Божьего, то ты должен понимать, что на первом месте любовь к ближнему. А если на первом месте любовь к ближнему, соответственно, сделай все, чтобы не повредить ближнему. Если ты хочешь во время поста не слушать свою любимую музыку, хорошо, хорошо, не проблема. Но найди какой-то способ этот негатив, да, оставить вне стен своего дома. Иначе это будет очень странный пост. Правда? Который приводит к ссорам и скандалам, которые внушают любовь. Что это за пост? Разве это Христос имел в виду, когда говорил, там, что ну, пост важен? И он же опять же сам говорит, нельзя лицемерить пост. Да? То есть нельзя изображать пост. А какой самая главная заповедь, в которой весь закон и все пророки? Это заповедь о любви. Все. Вот это вот мера. Если ты потерял Духа Святого Божьего, если ты потерял благодать, и в тебе не рождается любовь к ближнему деятельной, тут все. Это катастрофа. Вот, это реальная катастрофа. Надо что-то делать, надо как-то себя вытаскивать из этой ямы. Да? Не вешать этот груз проблем на своих ближних. Я вот так считаю. Поэтому, ну, это по части музыки. По части интернета, ну, интернет это просто инструмент. Причем здесь интернет в пост, да? Я вот не понимаю вообще этого. А если человек работает в интернете? На удаленке или просто у него работа в интернете? Что тогда? Ну, закрыть свой бизнес на 40 дней? Ну, и что тогда будет? Голодные дети? Ну, ну, отец Павел, ну вот мы хорошо. Же, например, знаем, что свадьбу в пост среди православных христиан не принято играть, ну, по той причине, что в пост не венчают. И любой человек знает, что если он придет в храм, скажет, батюшка, вот у нас тут в апреле свадьба, мы бы хотели бы повенчаться. Да. Любой батюшка в храме скажет, извините, в пост не венчаем. Как вот... Прекрасный вопрос. И знаете... Вот мне нравится, что сейчас разнесено роспись, регистрация, да, брачных отношений и венчание. Мне это нравится. Почему? Ну, конечно, потому еще, что к венчанию нужно готовиться, и может быть даже не один год и все прочее. Потому что это следование древним традициям, это, все это правильно. А еще вот потому, что... пост, на мой взгляд, опять же, брак-то зарегистрировать можно. Ну, опять же, смотря какая ситуация. Вот, например, сейчас это очень распространенный грех – сожительство без регистрации, да? И вот люди жили, и там какой-то даже период, года два, три, может быть, да? И тут вот они как-то вот прониклись, понимая, что они совершают грех, и хотели бы как-то вот перестать его делать. Ну, им говорят, ну, хорошо, идите, регистрируйте отношения. А тут пост. Так наоборот, самое удобное время.
Ведь пост – это время покаяния. Так вот и сделайте дело покаяния, зарегистрируйте свои отношения. А вот свадьбу, как торжество, да, вот, это уже можно отложить, перенести на Красную Горку. Вот, а почему тогда переносит? Раз мы говорим о том, что главная любовь, вот здесь как раз, разве свадьба – это не торжество любви, и тем более не торжество любви близких, которые приходят поздравить молодоженов, а тут мы говорим, нет, пост, нельзя танцевать, нельзя там веселиться, все, на Красную Горку. Как вот тогда батюшка это сочетает? Да. И ведь на самом деле, я думаю, вы, батюшка, с этим сталкивались, когда к нам подходят люди и говорят, что батюшка, ну меня вот на свадьбу пригласили, пост, и ну я как бы отказать не могу. И тут я не знаю, как что каждый священник говорит, да, но то есть в моем случае я говорил, что ну нужно проявить любовь к ближнему все-таки, да, то есть не обижать, опять же, можно себя вести по-разному на свадьбе. Ну, понятное дело, ты не будешь сидеть с унылым постным лицом, смысл тогда тебе идти на свадьбу. И болиться по-четкому. Да. То есть здесь в этом плане я говорил о том, что нужно поддержать близких, порадоваться вместе с ними, но все-таки вот внутри у нас есть понимание, что ну неправильно это. Вот, понятное дело, там, как правило, это делают люди светские, которые далеки от веры, да, они воцерковленные. Ну, у них, может быть, так сложились обстоятельства, что вот только сейчас есть время, да, сыграть эту свадьбу. Но вот как это сочетается вот с понятием любви? Почему все-таки это нельзя делать? Почему мы этого не делаем? Ну, любви. Любовь к ближнему – это еще не все. Ну, так-то. Есть какая-то мера этой любви. И мера этой любви, вот лично для меня, я так вижу из Священного Писания, это первая часть заповеди о любви. Возлюби Бога. Да? Прежде всего. Вот. Всем своим существом. А уж потом, как говорится, люби себя и как себя, и ближнего. Ну, то есть какая-то мера должна быть этой любви, не вседозвольной же, в конце концов, заповеданной Христом, да? Вот. А что плохого в свадьбе? В свадьбе ничего плохого нет вообще никогда. Вообще никогда. Сам Христос посетил свадьбу, первое чудо, да? Вот. Мы это все помним. А почему в пост это не делается? Ну, понятно, что пост не время увеселений. Ну, это банальность, но тем не менее это так. Ну, ты как? Ты христианин? Христианин. То есть ты часть Христовой Церкви, которая есть тело Христово, да? Часть. Ну вот тело-то вот сейчас живет по этим вот законам. Почему ты выбиваешься? Ты не хочешь быть частью тела Христова? Хочу. Тогда зачем с вами? Да? Ну, логично же? Логично. Вот. Поэтому, наверное, человек должен руководствоваться прежде всего заповедью любви к Богу. Ну вот Церковь вот так сейчас поступает, и ты поступай так же. А причем здесь, знаете, такая тонкая штучка, такая тонкая грань. Вот правильно вы говорили о посте, о том, что вот Христос-то, да, заповедует поститься тайно, да, вот это все, это прекрасно. Почему? А потому что тщеславные все вот эти вот вещи, совершаемые на показ, они что? Как дым отгоняет пчелу, ну, вот классика жанра наш, замечательнейший русский святой Афонский, Силуан Афонский, да, вот, замечательная книга про него написана его подвижником, учеником, архимандритом Сафронием Сахаром, да, по-моему? Я сейчас не вспомнил. Насколько я помню. Вот. И вот старец Силуан как раз это все описывает, что как дым отгоняет пчелу, так один тщеславный помысел, что же дело, помысел отгоняет благодать. А без благодати мы кто? Любовь, радость, мир, долготерпение, мы все это тут же потеряем. Ну, вот и все. То есть, хочешь быть, ну, как сказать, носителем плодов Духа, озаботься, чтобы Дух в тебе жил. А если ты будешь озабачиваться этим, то тогда поймешь, что не нужно чего-то делать, выбиваясь из церкви Христов. Почему? Потому что нечто, сделанное на показ, это уже тщеславие, это уже отнимает у тебя вот это вот настрой, вот этот, и Дух Святой уходит. Что, ну, зачем,
зачем это все тщеславные вещи, да, вот, показушные. Вот. Если ты хочешь быть ну, немножечко смиренным, скажем так, будь немножечко как все. Вот все постятся, и ты постись. Все просто. Мера поста выбирай сам. Вот. Я в этом глубоко убежден, что каждый человек, мирянин я имею в виду, да, должен смотреть очень внимательно по поводу меры поста, потому что и здоровье у всех разное, да, и труды у всех разные, и прочие обстоятельства могут быть. Но, тем не менее, пост есть пост. Все постятся, постись и ты. Иначе ты будешь уже противопоставлять себя церкви. Мне так кажется. Получается, вот говоря о развлечениях, о время пропровождении, да, о досуге. Во время поста мы все-таки даже развлечение, досуг используем, опять же, как инструмент в нашем духовном делании. То есть развлечение ради развлечения все-таки получается, это не совсем то, чем мы занимаемся во время поста. То есть мы стараемся максимально все силы, даже вот какие-то вещи, которые нам нравятся, успокаивают нас, тоже направить на то, чтобы это помогло нам в духовном делании вот во время поста. Так получается, батюшка? Так я более того скажу, что мы это все будем делать и вне поста. Вот. Когда будет разрешение на вся, имеется в виду пищи, да? Мы духовное это делание все равно продолжим и вне поста. Иначе мы, кто мы будем такие? Ну, это очень странно. Но вот вернемся к тому же пророку Исаии, да? Которого мы сегодня немножечко цитировали, чуть-чуть об этом вспоминали. Пророк говорит, вот перестаньте творить злые дела и начните творить добрые дела. И вот пост угодный Господу. Но ведь любой пост имеет свойство заканчиваться. Что значит пост закончился, о котором говорит пророк Исаия? Теперь можно творить снова злые дела, так что ли? Нет, это нелогично. В том-то и дело, я об этом и говорю. Речь идет про вещи безобидные, речь идет там про свадьбу, торжество, танцы, там вот про такие вещи. Безобидные ли? Опять же, безобидные ли, да? Мы знаем, до чего могут довести танцы на примере жизни, конца жизни Иоанна Крестителя. Поэтому я бы не сказал, что танцы совсем безобидные вещи. Да, отец Павел, и вот такой еще вопрос, очень, мне кажется, важный, интересный. Люди во время поста часто подходят, спрашивают, батюшка, у нас поминки выпадают на Великий пост, там, может быть, на первую седмицу, на первую неделю, там, в середине недели или, может быть, на Страстную. Можно ли, во-первых, спрашивать, поминать? Первый вопрос. Угу. Второй, какой стол накрывать? И ну, люди понимают, что стол постный, тут начинаются, значит, торги иногда с батюшкой. Ну, может быть, можно с рыбкой, может быть, можно на растительном масле. И что самое интересное, ведь получается, большинство людей, которые приходят на эти поминки, они вообще не постятся. То есть вообще никто. И не постится. И тогда тоже возникает другой логичный вопрос. А какой тогда смысл людям, которые никогда в жизни не постились, так вот переживать о том, что вообще какой стол ты на поминках накроешь? Ты придешь с поминок домой и все равно пост никакой соблюдать не будешь. То есть здесь вот три момента. Можно ли поминать? Раз. Второй, мера поста на поминках – два. И третий, вообще, нужно ли делать поминки постными, если люди не постятся – три. Батюшка, вот помогите в этом разобраться. Ну, не скажу, что помогу прям разобраться, но поделюсь своими мыслями, скажем так, да. Вот все происходит, опять же, от непонимания цели этих поминок. Вообще, поминовение в любой церкви Христовой, я имею в виду любой из поместных и так далее, да, автокефальных, заключается в молитве за душу усопшего. Больше мы никаких поминовений не знаем и никогда не знали. Поминальные тризны – это что? Это языческие вещи, да? Вот. Поэтому можно ли поминать постным или можно ли поминать мясным? Я говорю, знаете, по поводу поминаний продуктами – это не ко мне. Я не знаю, я не язычник, идите к язычникам и там, как говорится, уточняйте. Я не специалист в этом вопросе. Ну, так смеюсь с ними, конечно. Вот.
немножечко их обескураживаю приходящих. И так, почему? А потому что тогда у них начинается какой-то внутренний вот этот вот раздергай, и они начинают, они перестают быть уверенными в своей позиции. Что батюшка обязан вот им вот так или так, или что-то там сказать. И они, пока они такие не уверены, я им рассказываю, как на самом деле нужно. Что на самом деле такое помин. Вот. Поминание – это молитва за душу усопших. Вот. Апостол, по-моему, апостол Павел об этом говорит, да? Ну, он там говорит по поводу Евхаристии, всякие безобразия, которые там творились на Евхаристиях, бывало. Разве, говорит, у вас нет домов, чтобы есть и пить? Вот и здесь то же самое хочется сказать вот, вот этим людям. Ну что, вы дома поесть и попить не можете? Ну что же вы собираетесь-то чреву, что ли, набить? Ну собираетесь вы для того, чтобы усопшему было хорошо. Не вам хорошо, усопшему хорошо. А как сделать так, чтобы усопшему было полегче, да, на том свете? Помолиться о нем. Правда? Помолиться. Потому что молитва – это одна из... одно из необходимейших условий стяжания Духа Святого. И когда мы не можем уже за себя молиться, да, никак ничем не можем себе помочь, за нас молится Церковь, и Дух Божий нас посещает и утешает. Замечательно это, батюшка. Я всецело с вами согласен, что поминовение, конечно же, это молитва. Получается, мы как людям говорим, какой стол накрыть, это уже ваше личное дело. Сейчас я доведу эту мысль. Если можно, батюшка, да, кратко, у нас времени немного очень, осталось. Очень маленький. Апостольская древняя традиция, после молитвы вместе покушайте. Вот, пожалуйста, хотите, есть возможность, собирайтесь. Ну, мы же опять же говорим про мирян. Там есть люди больные, ослабленные, еще что-то. Пускай уже, да, решают сами, глядя на обстоятельства. Угу. Но это не главное. Главное – собраться помолиться. Это самое главное. Спасибо, батюшка, за увлекательную беседу о Великом Посте. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелов всем хранителя, с Богом.